27 октября 2018 года в поселке Яблуновский состоялось социальное мероприятие «Творчество без границ» для детей-инвалидов и их родителей. Организаторами мероприятия выступили Общероссийская общественная организация опекунов детей-инвалидов «Забота» совместно с Краснодарской краевой общественной организацией «Инвалидов Восхождение», а также Адыгейская региональная общественная организация благотворительной помощи «Добрые сердца» и спортивный клуб «Ансар». Цель мероприятия – это прежде всего социальная адаптация детей-инвалидов в общество и формирование активной позиции их родителей. Мероприятие прошло при поддержке администрации Токтамукайского района, администрации поселка Яблоновский и Маяковского государственного университета. С приветственными словами к детям и их родителям обратились организаторы и гости мероприятия. Очень рада вас здесь видеть. Всех приветствую, очень благодарна вам за то, что вы пришли, посетили организованное нами мероприятие. Начинает свою работу наш филиал в Республике Адыгея, который мы вот в ближайшее время зарегистрируем. Он будет вести полноценную деятельность от нашей организации, представлять наши интересы и защищать ваши. Это первое для нас мероприятие, которое мы делаем в партнерстве с «Заботой». «Забота» – это организация, которая только начинает свою деятельность, а мы – «Восхождение». Я являюсь зампредседателя общественной организации «Восхождение». Мы уже работаем на территории Краснодарского края 8 лет, поэтому у нас есть уже опыт, и мы этот опыт передаем молодой организации. Мы постарались собрать всех вместе, чтобы они пообщались, чтобы увиделись друг с другом, чтобы они понимали, что они не особые, они такие же, как и все. Мы попытались еще пригласить обычных детей без ограничения возможностей, чтобы направлено наше мероприятие было на инклюзию, чтобы дети чувствовали себя уверенно, шли дальше с уверенными силами, возможностями, верили в себя, и чтобы у них все получалось. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Очень вам благодарна. Наш клуб занимается обычными детьми, и решили заниматься еще и детьми-инвалидами, чтобы дети-инвалиды были только как бы на бумаге, да, инвалидами. Не чувствовали себя инвалидами, чтобы были такими же, как все обычные дети здоровы. Ребятам хочу пожелать сил для творческих успехов и физических занятий. Равняйтесь на наших паралимпийцев, они для нас пример, они самые сильные в мире. Поэтому, как вот тренер, мы общались, сказал, что ограничения у нас, в принципе, только в голове. Мы вместе и мы для всех. Так что мы готовы. Творчество без границ началось с концертной программы, где выступили творческие детские коллективы культурно-досугового центра имени Копцевой. Елизавета Виноградова поет для вас. Ватрушка.
Гагарин. Три свечи. В нашей жизни человечьей есть один простой секрет. В нас горят и гаснут свечи, излучая теплый свет. Три свечи. Свеча надежды, веры и свеча любви. Три святых огня нас, грешных, освещают изнутри. И еще шепну тебе на ушко, ты моя ближайшая подружка. Мы четыре ножки, по одной идем с тобой дорожки. Если что, всегда готовы к бою, 20 коготков у нас с тобой. Мы словно две половинки, одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две смешинки, что пролетают так легко. Смеемся вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, что пролетает так легко. Какие мероприятия дают участникам реализовать себя, показать какие-то свои способности? Организаторы и родители могут соприкоснуться с тем их миром, понять их, почувствовать. Ты дзюдо занимаешься, да? Да. Да? Понятно. Мой ученик. Новичок. Нравится тебе? Да. Эти мероприятия, они помогают узнать законодательной власти, как бы, какие есть проблемы инвалидов, приблизить их к ним и по возможности помочь. Мы, как общероссийская общественная организация, имеем множество филиалов, и очень хочется, чтобы все работали вот в нашем главном направлении, ради которого мы создавались, это социально ориентированная деятельность. Так как у нас здесь большие друзья хорошие, так как у нас и Беслан есть, руководитель социальных проектов, то вот такое масштабное мероприятие проводим именно в Адыгее, потому что полноценно запускается работа филиала адыгейского. То есть будем теперь разрабатывать проект какой-то социальной деятельности, который будет реализовываться на территории Республики Адыгея. Подарили его мальчику, колясочнику. Вот, очень рад мальчик нашему подарку. Сейчас еще птичек будем делать.
честно говоря, первый раз на таком мероприятии, но мне очень нравится, что все отзывчивые, с удовольствием делаем красоту. Увлекательные мастер-классы, поделки из бумаги, миниатюрный дзен-сад, Мэри Кей, в которых дети попробовали свои силы в рукоделии. Приятным дополнением был сладкий стол и подарки для детей.